может, знает лес чистоту небес, может, ведает река силу в облаках, или просто вновь родилась любовь, и откуда, как весна, к нам пришла она. Да, снежок, Макс? Холодный снежок? Дай подуй, папа, давай. Не надо. Девочка испугает. Детей пугает здесь? Ребенок напугался. Извини. Девочка. Дорога, дорога ведет от порога. Идет от порога к мечте голубой. Пусть мир необъятный, но все же приятно, когда ты шагаешь обратно домой. Хорошо под небесами, словно лодки с парусами, вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками, по дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад. По дороге с облаками, по дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад. Another summer day has come and gone away from Paris alone. А куда мы ездили, Катя? Yosemite. Нет, а как, куда именно? Lonely Meadows. Lonely Meadows. Макс, ты себя очень хорошо сегодня вел, да? Да, медведи сегодня видели, олени видели сегодня. Катя назвала его Чубайсом. Похож. Доска. Да, сейчас мы будем жарить мясо.
играть в бильярд и справлять очередной день рождения. Ну, сколько можно? Тещи. Юсик, Юсик. Кто там меня зовет, да? Напозить. Хочет напозиться за целый день. Маме, да, Макс? Улыбака. Футболочка. Мама, вам тоже, Макс. Максик, бабулю сделай, ой, сделай, бабуль хорошую. Сделай. Сделай. Не ой, а хорошая. Не ой, надо, да, хорошая. А, ну ладно. Ты глупал. Вот и ой. Ага, круглый пошли, да. Егусику сделай. А маму, маму. Нет, сначала папа он идет, видишь? А, по старшинству. Да, да, бабушку старую, да. Давай, пап хороший, дай тебе сделать. Давай. Пап, хорош, хороший пап. Ну-ка, Евусику давай. Давай, давай, давай. Ты скачет. Ты скачет. Ты скачет. Ты скачет. Ты скачет, танцор диско. А маму кто будет выйдет? Хорошая мама. Мама хорошая? Конечно. Вот тебя. Ева тоже хорошая, да? Кто это здесь? Нас на мне милый? Катя рот раскрывала. Не дай бог в нос что-нибудь попадет. Чистюля такая была маленькая. Ева. Ам? Ам? Чего на звуке? Давай, за папу. Папа главный, да? За маму. За Максика. Он плохо ест у нас, да? Вот. За бабушку Зину. За бабушку Глафиру Ивановну. Вот. Давай, за дедушку Серегу. И за дедушку Олега Ильича. Оп, за Олега Ильича как хорошо съела. Все, да, все. А давай еще за Агушу. За Чарли. Забыли. За Агушу. За Данилку. И за будущую крестную маму Ингу тоже съедим. Скажи, я толстая тогда буду, да? За всех кушать. За Чарли давайте раз. За Чарли. За Чарли. Амгар. За Чарли лучше всех поела, да? Ам. Ой, у нас-то сколько животных дома, если мы за всех будем кушать, да, скажешь, за животных. Курица номер один, курица номер два. Ебусик, ебусик. Как мне любит вытираться она. Лучше, говорит, я буду грязной кушать, да, Ева? А? Ладно. Спать хочет уже. Так, Серега, открой-ка, покажешь, что это мы жарим. Макс, что там делаешь? М? Макс, привет! Макс, привет, сделай! Макс! Привет, привет! Серега, я...
помпосе. Не надо, Кать, на руках таскать. Не надо, что-то. Ну, положи ее, пускай она. Пощай совсем стало, да? Давай. Пойди мясо перекручивать. Ну-ка, скажите пару слов о сегодняшнем дне. Я его наврачиваю. Не хочет. Девочка устала, наверное. Молодец. Да, молодец, Ева? Девочка. Хорошо себе сегодня вела? Стесняется она. На камеру не любит говорить. Стесняется, как мама же. Ева! Максик! Макс! Все, делись! Тетя Листом? Как она любит делать, покажет. Падать уже. Боится. Давай. Сдался, что ли? Уголовно, что ли? Теперь будем больше так делать. Макс! Слушайте, вам надо домой машину такую. Ну, с аккумулятором в следующем году мы купим. Чтоб сам их взял. Макси. Какая тишина. Мама, привет. Привет. Девочка. Алине, к нам не пришли пастись? Макс, иди сюда. Мясо папа пожарил, иди сюда. Поближе. Ну, подавай там тарелки, ты сами сижу. Даже дрова у нас здесь есть. Ой, это что такое у тебя? Листочки Максик собирает. Все листочки собрал? Там не все готовы, кстати. Шишечка, да, Макс? Шишечка. Да, шишка, да, Макс, шишка. Шишечка. Друг, большая шишка. Мишки прямо в лоб. Давай мы я сам их готовлю, сейчас положу, остальные пусть. Хлоп, да, положи, Женя, они все готовы. Катюша, нас сними. Какой размер шишки по сравнению с Евочкой? Конечно. Да, Евочка, садись сюда. Пожарим в этом. Смотри. Пальчиками еще трогает. Все. Готово. Сюда куси. Чё? Мясо. Что там, чё? Мясо. Чё там мясо? Кетчуп. Макс, смотри. Кетчуп бери. Ух ты, классно, да? Ну, так кетчуп он берет. Давай кетчуп сейчас нальем чуть-чуть. Нет, он возьмет. Пошли. Он свою тарелку накладывает там. Хорошо. Пойдем, Макс, кушать. Пойдем. Если такая шишка, точно Мишке упадет. Прямо в шишки лоб. Шишки лоб. Ух ты, вот это мясо. Ножик, да. Ай-яй-яй, нехороший ножик. Острый. Смотри, с моей головой. Фотографию сделай. Все, пойдем. Живи вместе. Надо улицу. Где Олег Федоров, Саша? Курил он там. А кто еще? Якову Ясен курил.
Нет, курим тоже. Она от него запах же идет. Идем мы по улице. Вот. Тогда вот этот трехэтажный дом не было. Где вот Бармалей живет, а там наверху. Трехэтажный дом. Вы там свернули по этой, там до вечера. Работа идем. Кто там шел, я не то ли мальчик, про то ли что я не помню. Он еще взял деньги, да? На сигарету плохо купила. Сигарета. 70 копеек. Макс, посуду моешь ты? Посуду моешь? Молодец какой. По чуть-чуть, да?